вам покажу. Ну, безусловно, это стресс. Стресс, когда у нас 27-го ночью, здесь буквально в 600 метров от зоопарка, был танковый бой. И были выстрелы, сражения, разбитый дом стоит. И, конечно, наши животные очень переживали, потому что в зоопарке было темно, они ничего не видели, не понимали, что происходит. Но сегодня животные кушают, извините меня, какают, писают, размножаются, спариваются, значит, с ними все в порядке. Каждый день звучит воздушная тревога, каждый день взрывы со всех сторон, ракеты падают, но люди уже привыкли, приходят на работу, убирают. Человек – это не животное, он привыкает ко всему. Вот. И человек может выжить в очень сложных условиях. И мы работаем. Кроме этого, мы еще и можем, моя жена ветеринар, и мы имеем возможность даже в ночное время повлиять в положительную сторону, если вдруг какая-то ситуация пойдет, если будет какая-то ситуация, которую нужно будет срочно решить в ночное время.